Всем привет! Давайте приготовим быструю пиццу. В мисочке взбиваем яйца с молоком и солью. Нарезаем небольшими кусочками лаваш. И перемешиваем. Выкладываем основу для пиццы на разогретую сковороду. А далее выкладываем начинку. У меня нарезанные кубиками помидоры, колбаса, и посыпаем сверху тертым сыром. Обжариваем под крышкой на маленьком огне до расплавления сыра. По желанию посыпаем зеленью. Пицца готова. Приятного аппетита!